Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня я покажу вам, как сделать новогоднюю елочку и украшения на нее. Для работы я буду использовать самые доступные материалы, чтобы каждый из вас мог ее повторить. Это двухсторонняя цветная бумага. Из нее мы будем делать наши веточки. У меня 4 листочка. Я взяла всю, которая у меня есть, зеленая бумага. Пока я не знаю, сколько мне пригодится ее, потому что я делаю эту елочку впервые, еще даже не представляю, что у меня получится. В конце я вам скажу, сколько все-таки я потратила бумаги, чтобы вы зря лишнюю не покупали. Я беру один листочек бумаги, и сейчас нам нужно определиться с длиной наших колючек. Я думаю, что где-то это будет по 2,5 сантиметра. Мы должны с помощью линейки расчертить по 2,5 сантиметра полосочки и вырезать их ножничками. Вот я уже расчертила наши полосочки. Я кладу сразу 3 листика ровненько и ножничками режу на полосочки. Сразу 3 листочка. Вот мои полосочки. В каждой кучки по 3 штучки, то есть у нас 8 на 3, 24 полосочки у меня получилось. Берем наших первых 3 полосочки, укладываем ровненько их кверху. Теперь нам нужно сделать бахрому. Мы, не дорезая до конца, вот так вот начинаем нарезать наши иголочки. Желательно делать тоненькими их, до конца не дорезаем. И вот так мы должны разрезать все наши полосочки. Вот я уже порезала нашу бахрому. Вот так это получилось. 8 полосочек я не стала разрезать. Если мне этой кучки не хватит, то я эти полосочки тоже порежу. Пока мы это убираем в сторону, сейчас мы с вами будем делать подставочку для нашей елочки. Я взяла кусочек небольшой картона. Вот у меня есть такая крышечка и такая крышечка. Сейчас мы их обведем, вырежем и склеим между собой. Больших кружочков мы сделаем 3 штучки. И маленьких кружочков мы тоже сделаем 3 штучки. Мои кружочки сейчас ножничками я их аккуратненько вырежу. Вот я вырезала кружочки, сейчас между собой мы их склеим. Вот я уже склеила наши кружочки, большие к большим, маленькие к маленьким. Сверху наклеила розовую цветную бумагу. И сейчас так же само, как мы с вами обрабатывали края нашей подставочки для кукол, мы обработаем ленточкой наши кружочки. Я уже ее опалила зажигалочкой. И сейчас вот я клеем пальчиковым намажу бачок, приложу к нему ленточку и приклею по краешку. То же самое делаем и с большим. Я уже приклеила. Сейчас мы вот эту верхушечку обрезаем аккуратненько. По краешку. И зажигалочкой подпаливаем краешки, чтобы наша ленточка не распустилась. То же самое мы делаем и с нашим маленьким кружочком. Готово. Теперь маленький кружочек приклеим на большой. Посерединочке. Вот я уже приклеила наши 2 кружочка. Сейчас нам нужно определиться нам с палочкой. У меня вот такая палочка. Это основа, наш ствол нашей елочки. Я выломала ее просто на улице. Вот такой у меня получился ствол для нашей елочки. Сейчас в этом месте, где мы поставили серединку, будем делать дырочку. Вот так вот ножничками аккуратненько делаем дырочку. Теперь полностью ножнички вставляем и прокручиваем полностью ножничками. Готово. Наш ствол уже на подставочке. Я просто его вставила и все. Так как дырочка у меня точно под мой ствол. Я даже не стала добавлять клей. Если хотите, можете капнуть клей туда вовнутрь. Стоит уверенно. Елочка сверху придавит нашу эту конструкцию. Ну что же, приступим непосредственно к нашим веточкам. Для этого нам понадобятся вот такие палочки для ушек. Вот они, ватные палочки. И наша бахрома, которую мы с вами нарезали. Кончик нашей палочки мы должны с вами замазать, закрасить. Я это сделаю зеленым маркером. Кончик мы закрашиваем для того, чтобы он не выглядывал у нас беленький. Это можно было сделать зеленой гуашью. Но я не хотела, чтобы это все долго высыхало. И также я не знала, сколько палочек мне пригодится. Вот я закрасила кончик. Теперь я беру клей. Намазываю этот кончик хорошенечко. Лучше использовать вот такой клей, так как он не будет сильно размягчать бумагу. Клей ПВА, он может бумагу немного, она намокнет и не так будет клеиться, как на этот клей. Наша задача сейчас обвернуть палочку нашей бахромой. Это мы делаем очень аккуратненько, постоянно подмазываем клеем, закручиваем нашу бахрому. Все это делаем аккуратно, чтобы ее не порвать. Вот так. Немножечко прошли, намазали клеем и идем дальше. Практически заканчиваем, намазываем хорошенечко кончик. Так. И фиксируем на краешке нашу веточку хорошенечко. Все лишнее можно и оторвать. Так, вот такая у меня получилась веточка. Вот так я расправляю ее. Вот я уже сделала 4 веточки. Теперь каждой веточке мы должны сделать по маленькой вот такой вот веточке. Для этого мы берем нашу палочку, разрезаем ее пополам. И теперь так же само, как мы делали, закрашиваем кончики и обматываем уже вот эти две маленькие. И это делаем с нашими 4. У каждой веточки появилось еще по 2 маленькие веточки. Сейчас мы к нашей большой веточке маленькие веточки приклеим. Приклеивать я буду пистолетом. Немного берем бахрому и вставляем нашу веточку. И сейчас приклеим вторую. Допустим, сюда. Вот такая у меня получилась еловая веточка. То же самое мы делаем и с нашими остальными, соединяем их. Вот мои 4 веточки. Я уже приготовила нашу подставочку, наш ствол елочки. И сейчас будем эти веточки приклеивать к нашему стволу. Приклеивать я буду пистолетом. Хорошо наносим клей. И приклеиваем не к самому низу, а вот так, на таком расстоянии. Приклеиваем и держим. Вот я уже приклеила наш первый слой. Следующий уровень мы делаем такой же самый, как и этот. Вот мои 4 веточки. Их мы будем приклеивать между нашими первыми веточками на вот таком расстоянии, где-то на сантиметр. Тоже пистолетом. Вот что у меня получилось. Второй наш слой. Следующий слой мы будем делать немного меньше, чем эти слои. Мы будем отрезать от палочки небольшой кусочек, вот такой, и тоже будем сейчас обматывать его. Вот мои новые 4 веточки укороченные, маленькие половиночки. Будем делать такие же самые, как мы делали и в первом ряду. У меня закончились мои нарезанные полосочки. Я дорезаю наши 8 полосочек и также само разрежу последний свой листочек. Наши укороченные веточки, сейчас мы их тоже будем приклеивать. Приклеивать будем вот в этот уже промежуток, тоже на расстоянии вот таком где-то. Вот я приклеила этот ряд. Теперь мы будем приклеивать по 3. У нас было по 4, теперь по 3. Укороченные, как в прошлый раз, мы сделаем 3 штучки. А половиночки, которые мы к ним будем крепить, тоже немножечко уменьшим. Вот мои 3 укороченные палочки, а половиночки мы будем укорачивать не со стороны ватки, а со стороны пластмассы. Вот так. 3 большие, на каждой по 2 маленькие. Вот я уже приклеила наши 3 штучки, сейчас еще 3 штучки такие же мы приклеим повыше. Я приклеила уже этот ряд. Такой же набор, как мы только что клеили, я опять приготовила. Мы приближаемся к верхушке, поэтому у нас должен быть аккуратный верх. И теперь я буду клеить пистолетом и клеить буду наоборот. Начинать буду с палочки. Приклеивать буду за нашу ватку. Вот я намазала кончик. Прикладываем. Так. И теперь пистолетом провожу полностью по всей палочке. Вот так. Заворачиваем. Вот такая палочка. Так же самое поступаю со всеми вот этими детальками. Я уже приклеила наши 3 штучки. У нас остается совсем немного места. Сюда мы сейчас приклеим одну маленькую укороченную. И здесь маленькими укороченными добавим. Вот я уже приклеила верхушечку. Одиночные укороченные палочки. И вот такая у нас получилась елочка. Больше как не елочка, она сосну больше похожая. Сейчас мы ее с вами будем украшать. Для украшения я решила использовать вот такие вот конфетки, леденцы. Тут у них очень симпатичные рисуночки, вот всякие клубнички, яблочки, вишенки, глазки. Мне показалось, что это будут замечательные игрушечки на нашу елочку. Вот мои конфетки. Сейчас мы возьмем, допустим, одну конфетку вот с яблочком. Мы ее должны раскрыть. Вот наше яблочко. Теперь я беру вот такую трубочку, соломинку для коктейля. И мне нужно от нее отрезать небольшой кусочек. Вот такой. Также я беру вот такой пластик. Я вырезала его из коробки из-под кукол. И нужно мне отрезать небольшую полосочку, вот такую. Все необходимое для изготовления игрушечки новогодней я сделала. Теперь будем ее собирать. Я беру нашу конфетку сверху, немного мажу клеем и ставлю заглушечку аккуратненько. Так, готово. Теперь я беру и в эту заглушечку капаю немного клея, совсем чуточку. Так. Теперь берем нашу вот эту пластиковую полосочку изгибаем ее ровно пополам, вот так, и в нашу вот эту заглушечку вставляем, держим, пока не высохнет у нас клей, не застынет. Вот такая у нас получается игрушечка. Так же самое мы делаем со всеми остальными конфетками. Также можно попробовать сделать новогодние игрушечки из вот таких вот конфеток. Это морские камешки с изюмчиком внутри. Здесь разноцветная глазурь и тоже будет неплохо для игрушечек. Сейчас мы попробуем сделать. Вот я уже отрезала заглушечку, маленькую вот эту нашу прозрачную штучку. И сейчас выберем более-менее круглый шарик, допустим, вот такой вот розовый. Сверху капаем чуточку клея. Так, готово. Ставим нашу заглушечку, поступаем так же самое, как и с теми конфетками. Ставим заглушечку. Наполняем заглушечку клеем, так, немного, сгибаем нашу вот эту штучку пополам, так, готово, и вставляем в нашу заглушечку, держим, пока не застынет клей. Вот такая игрушечка новогодняя тоже неплохо будет смотреться на нашей елочке. Такие у меня получились игрушечки. Сейчас я покажу, как мы их будем крепить. Одевать я их не буду, не хочу, чтобы они бесконечно падали, поэтому я их буду приклеивать. Вот, допустим, я возьму вот такой лимончик, капаю немного клея. Беру нашу елочку и сразу приклеиваю то место, где хотела бы видеть ее. Так, вот она, наша игрушечка. Так же самое мы крепим остальные игрушечки. Кроме того, у меня есть вот такой дождик и вот такая тоненькая мишура. Сейчас будем украшать нашу елочку. Вот такая у нас получилась новогодняя елочка. Ее можно покрутить в разные стороны. Ее можно вот так вот потрусить. Ни одна игрушечка не упадет. Эбби и Лагуна украсили ее по своему вкусу. Им очень нравится наша елочка. А если вам понравилась моя елочка, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. До новых встреч.